Так. Ну, теперь нормально, внезапно. Или нет? Короче, надо два дреных коня, чтобы пройти и что-то там. К Майе. Блин, и полагаю, надо типа заканчивать, потому что это плохо. Так, предметы, камера. Повелись письмена. 6-7. Когда городские люди. Ну, поймали ее красные руки, они прижали ее. Ну, видимо, женщину схватили. Блин, ну да. Наверное, стоит на этом закончить, типа, мол. Там новая локация, все дела и типа на этом все. А то с дропами долго мы не просидим, я полагаю. А в 2 часа ночи это не есть хорошее решение. Ну ладно. Попробую добежать, конечно. Так, а наверху что было в комнате? Кто помнит? И никто не помнит. Но здесь были обломки, я помню. Собственно, с ними я справился. Так, теперь возьмем и сохраним игру, продолжить. Блин, игра так и тянет, прям это. Узнать все-таки, что там происходит. Блин, его унесли. А, как далеко. Не, давай перезагружусь все-таки. Там вообще 90 хп у персонажа. Вообще не клево. Вот это. Копье, хилка. О, вот и ключи, которые мы искали. Перчатки мне не нужны, кстати. Блин, опять утащили. Ну что ж ты будешь делать? Он не добежит до него. Ну, короче, это опять перезагрузка. Все плохо. Вот за чего ключ близнецы, я, кстати, не понял. А, там были закрытые двери. Точняк. Сейчас я попробую всех призраков задушить.
Ну, сейчас. Надо найти второе кольцо, и потом... Кольца, видимо, надо на статуи применить, которых там три. Мне так кажется, почему-то. Блин, Акика умерла. Так, ладно. Рестарт. Надо выпить поушен, я считаю. Предметы. Оп, тоник. Оп, предметы. Взять лук. Обманул призраков. Блин, 1600 хп у них. Надеюсь, босс не будет сложным, последний, который. Так, вот еще хилка. Я вот эту дверь, я посмотрю, что в ней. А, все, понял. Так, ладно. Давайте, поскольку интернет говорит нет, хватит. Мы этом закончим. Сохранимся, все дела. Вот. Завтра, наверное, ничего не ждите. Наверное, на Good Game заведу что-нибудь. Хотя, может, блин, мне, я хочу же эту добить игру. Мне кажется, больше половины осталось. Ой, меньше половины осталось. Ну, в общем, решим вечером. Что, куда, почему? Да. На этом всем спасибо. Всем спокойной ночи. Всем пока.